Смотрите завтра в «Больших новостях». Ковид новогодний. Зачем Минздрав перенес прогноз второй волны коронавируса? Пик заболеваемости будет приходиться на конец января и февраль месяц. Почему в каждом городе свои карантинные правила и когда начнут вакцинировать людей? Бедные миллионеры. С кого вкладчики ломбардов-мошенников теперь требуют деньги? Я требую, чтобы государство нам возместило все это. Зачем казахстанцы доверяют финансовым пирамидам и накажут ли всех аферистов? На три буквы. Когда в Казахстане закроют все КСК? Реформа идет под большим саботажем со стороны председателей КСК. Отчего буксует жилищная реформа, а люди не хотят идти в управдомы? Большие новости в субботу в 22:00 на КТК.